Ну что вы думаете, мужики? Ну собираю. Сейчас думаю, шланги у меня все будут проходить, наверное, живил там. Все они прямые. Я сейчас просто их раскидаю, прокину понад этим. Так, чуть-чуть притяну, потом это все дело сниму. Двигатель, мужики, все, поставил площадку. Затянул, капец. Все, думаю, замечательно. Саня, ну посмотри. Посмотри, что у тебя ни хрена не получается. Нет, пока не затянул, только сейчас заметил. Ой, сейчас опять его откручиваю. Площадку надо перевернуть вот так вверх ногами, и все получится. Что-то уже голова подкипает, еще даже не обед. Ой, ладно, сейчас сделаем. Вот как-то так. Мужики, всем здорово. А я одно собираю и разбираю. Я уже не знаю. Уже я опять пол снял. Вот там убрал, сям убрал. Надо как-то шланги завести вот сюда. Вот так вот. Тут не идет. Потому что ну, здесь слишком много всего. Плюс тяга, здесь педаль идет. Вот эта лабуда выжимная. Там цилиндр стоит. Не знаю, может быть. Ну, что-то не то пальто. Здесь будет стоять кардан на этот, на руль. Так что-то мне не совсем нравится. Вот так завел, потому что здесь маховик, корзина. Здесь цепь. Вот. Здесь рулевая мешает. Надо как-то это все дело провести назад. Я уже не знаю, я уже это и так и сяк думаю. Может вот тут окно вырезать и вывести сбоку. Но при повороте будет меняться длина. Длина, что нежелательно, чтобы оно елозилось. Надо просто, чтобы оно был изломчик, да и все. Так, это так намотал, чтобы посмотреть шланги, как проходят, не проходят. Понад этим. Здесь один будет прямой. Вот этот. Потому что такой гусак при подъеме может просто упираться в раму. Поэтому один будет прямой. А если когда они смотаются, они нормально становятся. Вот. Как-то так. Ну это разберемся. Она длинная. Это так, краюшку обмотал, посмотреть. Так, есть вариант такой. Не знаю, советуйте. Он так еще отсвечивает. То есть вырезать окно где-то здесь. Либо с этой стороны. И запустить шланги сюда. Можно даже вот сюда. В этот промежуток. Так, чтобы они центровались. Так, другой вариант. Вон это крепление для сидения. В полу. Вот здесь пол. Вот здесь он стыкуется вот так вот. Грубо говоря, потому что здесь крепится сиденье. В полу вырезать под шланги, пустить по надстойке их снаружи. Здесь сейчас я покажу. Так, второй вариант. Это был первый вариант в раме, да? Так, чтобы ориентироваться вот здесь вот по краям. Первый вариант. Второй вариант вырезать вот пол стыкуется, да? Видно, светится. Здесь крепление для вот этой стойки. Вырезать какую-то часть, чтобы 4 шланга стало. Поднять их чуть выше вот этого крепления. И вырезать где-то вот здесь вот отверстие. Да хоть квадратное, хоть круглое, без разницы. То есть поднять шланги вот здесь и запустить их назад. Вот, здесь будет тяга стоять. Надо, кстати, ее поставить, посмотреть. Или чуть выше тяги. Ну, короче, где-то вот в этом районе. То есть шланги поднимутся и туда их. Здесь, по большому счету, они мешать не будут. Ноги будут стоять здесь и здесь. Вот, это другой вариант. Второй. Третий вариант какой? Можно их, в принципе,
эти шланги скрыть. Телефон перегревается. Сейчас покажу. Так, третий вариант, да? Третий вариант — это вырезать в самом швеллере. В самом швеллере такую сделать прорезь. Вот. И вырезать вот здесь вот. Прорезь вот так ее вырезать. Вот эту часть. И шланги пустить. Ее закроет стойка вот эта от сидухи. Они пройдут там. И выйдут они также с этой стороны. Вот как раз таки, где узел поворота. То есть при повороте они длину будут менять там вообще несущественно. Вот, как-то так. Но здесь, если делать вырез, ослабляется сам швеллер, что тоже не есть хорошо. Вот этому вообще плевать. Он тут на ребрах, на вот этих, будет жестко стоять. Плюс сиденье еще соединяет. Четырьмя болтами все это дело скручивает. Вот. Что еще можно сделать? Можно сделать вот в сидухе, да, вот здесь вот. Вырезать вот здесь сквозное и вырезать вот здесь и в полу. И шланги так вот пропустить прям четко. Они будут совсем чуть-чуть торчать. И выйдут они уже внутри. Внутри выйдут. Это будет четвертый вариант. И пойдут вот сюда. Тоже тут как бы не есть хорошо. Но тем не менее выйдут сюда. Либо наверх, либо вот в эту можно их поставить. И они будут поворачиваться. Тоже несущественно менять угол. Ну и самый противный — это попробовать вырезать вот тут внутри. Это уже какой у нас? Пятый вариант, да? Сейчас я уберу, пол покажу. Так, и пятый вариант. Пятый — это как-то залезть в швеллер. И вот один, вот этот швеллер прорезать. Прорезать как-то другой швеллер. То есть где-то в центре, да, рамы. И выпустить шланги прямо отсюда, изнутри. Ну, такой не один из удобных, будем так говорить. Вот. Вот здесь они выйдут. Вот так поднимутся. И вот сюда зайдут. Ну, вот это, наверное, будет самый такой правильный, я думаю, вариант. Вот сюда. Можно их поднять даже вот так вот выше тяги. Не обязательно сюда заводить. И сюда. И при повороте они по большому счету будут рядышком с узлом поворота. Их даже можно будет хомутами прихватить к этой тяге, чтобы они смотрели туда и не меняли свое положение, а поворачивались именно вот здесь вот. Ну, тут им надо повернуться тут. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Вот. И плюс они, возможно, не будут двигаться, когда здесь они отлично, как бы здесь будут угловые, они будут в сторону смотреть. И цилиндр здесь немножко ходит, этот будет побольше ходить. Вот, ну, не знаю, тут он изгиба ему хватит, не хватит, это должно хватить. Снизу, снизу тоже думал запустить как-то снизу. Ну, во-первых, там кардан, вот этот, он близко к этому узлу идет. Вот. Кардан. Плюс он еще ж, при поворотах сдвигается туда-сюда кардан. Либо здесь завести снизу, да, вот так вот. Либо снизу завести вверх. Но с этой стороны неудобно. Потому что вот это распред. Его нужно тогда обогнуть. Ну, шланг тоже он жесткий, да. Обогнуть и запустить сюда. Здесь как-то он удобно. Здесь раз он пошел. И пошел туда. Возможно, если вот здесь вот будет мешаться, возможно, вот к этому швеллеру сделаю какой-нибудь кусок трубы подходящего диаметра, хоть любой. И сделаю крепление сюда, вот такой типа чехла, рядышком с маховиком. Кольцо поставлю, сейчас покажу. Вот что-то типа вот кусок кардана. Примерно. Это приблизительно примерно. Не обязательно такое.
Вот как-то так закрепить и через них, ну этот большой, конечно, обрезать его, сколько надо, чтобы шланги не подвинулись сюда. Закрепить так, чтобы не цеплялся. А шланги пропустить и завернуть, и положить на мост. О, вот так вот на мост. Здесь вообще ничего нету, тут мола, по большому счету. А там крепление мешается и все остальное. Вот, положить на мост, завести сюда, здесь тоже сделать какой-то чехол, чтобы прикрепить вот к этой стойке. Также про, ну, из трубы, да, пропустить, чтобы до цепи не коснулись. И завести уже вот сюда. Куда он спешил с этими покрасками, с вот этими всеми вот этими, я не знаю, давай, давай, быстрее, быстрее. Когда тут еще, вот, казалось бы, да, что тут осталось? Шланги прокинуть. А чтобы их прокинуть, это надо сейчас опять его полностью разобрать, приготовить всю эту петрушку. Вот, не знаю, я в раздумии, мужики, я в раздумии. Короче, что думаете? Первый вариант, либо здесь, второй вариант в полу и в стойке. Повыше вырезаться. Третий вариант — это вырезать раму и вот здесь вот, вот, да, вроде так или не так, ну примерно, я примерно так. Третий вариант, да, пускай будет вот здесь, а вот здесь, и спрятать это все дело. Четвертый вариант — вырезать в полу, вырезать в стойке, и чтобы не уменьшать раму, и вырезать вот здесь, чтобы не вырезать этот угол. Это будет четвертый вариант. И пятый, соответственно, самый противный — это вырезаться по центру, вот так поднять и пустить уже здесь на цилиндры. Как-то так, не знаю, я. Короче, капец. Сюда тоже. Ну, схватиться до рейки. Здесь прорезь ходит тяга. Если прижаться, да. Только сделать чехол надо. Возле цепи. Как-то это все дело закрыть. Закрыть. Или прикрутить чехол такой. Треугольник сделать. Чтобы он прикручивался. Мне, короче, в раздумии. Не знаю. Много наболтал. Ну, вопрос. Вопрос серьезный. Как-то так. Так, ну покумекал чуть-чуть. В общем, наверное, все-таки сделаю. Внутри. Вот Витя там советовал резаком вырезать газовым, да, ну. Видите, во-первых, чтобы вырезать резаком, сам же знаешь, да, нужно металл прогреть. Хорошо, когда вот он один, но когда он наложенный друг на друга, вот эта часть, она не прогреется, начнет вот сопли лететь во все стороны, или только это просверлится и одновременно, но опять же, это все херня. Второй будет не прогретый, и он не будет резаться. В общем, подумал, покумекал. Кусочек пластика, коронка на 50, уже, правда, калеченная, зуба одного нету, некоторые зубы здесь по краям завернутые. Добить ее остается только, да и все, на этих шевелерах. Вот, дорогое удовольствие, но ничего. Что не сделаешь ради эстетики, да? Вот. Короче, что можно сделать? На 50 и пропустить все 4 шланга. Туда нам всего-навсего 4 шланга. Конечно, одной рукой неудобно, но тем не менее попробую. Для показать, для образца, да? Вот 2 запускается. Запускается вот так вот. Третий. И запускается.
запросто запускается четвертый. То есть все четыре шланга проходят. Ну, не все, конечно, сразу, по одному. Вот, все это дело стягивается, там, не знаю, хомутами или еще там чем. В общем, как-то так. Ну, как вариант, да? Запустить. Вот, либо коронкой взять коронку какую-нибудь тут. Я не знаю, там хотя бы на 35, да, ну, чтобы гайка там проходила. Сделать не одно, а четыре отверстия, да. Ну, то есть чуть выше два и чуть ниже, и каждый шланг по отдельности пустить. Ну, мне кажется, в полтинник прекрасно оно заходит. Два шланга выпустить на одну сторону, или даже вот так сюда, да, или вот так вот поднять их сюда и закрепить. Два шланга с этой стороны, два шланга с этой стороны. Вот, а здесь уже их схватить, прям дотягиваем. Так, чтобы они как-то решил здесь не совались. Они здесь не будут соваться. Они будут поворачиваться вот здесь, крутиться. А подниматься будут здесь изгибаться. Ну, до сидух, я думаю, не достанет. Это как вариант. Как вариант. Можно даже будет просверлиться где-то вот тут. Схватить, да, хомутом, этими стяжками, я имею в виду, пластиковыми. Можно даже вот этой лабудой замотать. Два штуки с этой стороны, два штуки с той стороны. Посмотрим. Вот такие вот мысли. Так, в общем, наверное, так и сделаем. Сейчас расцепляю тракторок, раскатываю, высверливаю. Получится, ну не получится. Будет какое-нибудь технологическое отверстие, может, для проводки или еще чего-нибудь. Вот как-то так. Так, Сереж, ну смотри, вот с этой стороны показываю. Здесь будет стоять кардан. Где-то примерно, ну вот так вот, да? Ну и так, примерно. Вот, выпустить, как ты говоришь, снизу рамы, да? Ну, допустим, вот здесь вот, смотри, видишь? Оно все закрывает. Это крепление тормозов. Дальше идет здесь рычаг, там крепление, здесь шланги, патрубки, на бачок. Короче, вот это с этой стороны, тут практически все закрыто. Вот. Все закрыто, чтобы вот их провести вот и выпустить вот здесь, да, с этой стороны. С этой стороны еще как-то более-менее, вот оно, окно. Там, конечно же, уже, ну, покрашено, елки-палки. Сейчас вот это вот там замотай, там примотай, там еще какая лабуда. Накинул простынь, так со всех сторон упер стену, чтобы он не посунулся, не лузился. Не знаю, думаем, ладно, думаем дальше, гадаем, головоломку, мы должны ее разгадать. Вот здесь есть, да, пространство, в принципе, вот если отсюда пустить, но опять же, с этой стороны ходит вот эта тяга, то есть она, узел я снял пока, она же заворачивает вот эту сошку, то есть туда-сюда она двигается при складывании в эту сторону, да, когда вот поворачивают направо. Сошка уходит ближе к раме, вот сюда. Так, чтобы она не мешалась, да. Опять же, вот тут места для них тоже капец, как мало. Они будут просто ее двигать постоянно, эту сошку. Вот, ну, защиту, ладно, придумаем какую-нибудь защиту цепи. Это бог с ним. Что-то придумаем. Так, какие еще варианты можно тут посмотреть, рассмотреть? Сверху тоже их пускать тут вообще не вариант. Не вижу смысла. Здесь педаль
одна между коробкой и крылом. Здесь еще крыло будет. Здесь педаль другая. Вот. Тут все очень компактно. Никуда. Поверху только, если вот так вот через сиденье. Как-то так. Вот здесь. И плюс еще здесь будет стоять педаль и тяга на этот самый механизм. Вообще не варик с этой стороны. Вот с этой еще как-то. Как-то. И то неизвестно как. Ну, возможно, вот здесь вот. Сейчас коробку могу снять и подрезать вот здесь вот крепление. Чуть-чуть подрезать так, чтобы вот сюда хватило места между. Хотя его и так хватает, можно ничего не делать. Как вот я показывал, да? Но опять же, там это ходит вот эта балда. Вот она балда, которая все это плечиску, которая все это двигает. Как-то так. Либо сделать какой-то чехол, прикрутить его сюда, пропустить шланги по всей длине, чтобы оно ни туда, ни сюда, ну, я имею в виду из чего-нибудь, да, вот так вот параллельно стойке, и выпустить его где-то, ну, где будет удобно, вот, и закрепить как-то. Но здесь, понятное дело, можно закрепить вот тут, болт открутить, да, закрепить, вот. Короче, думаем, гадаем. Собрать трактор — это одно, а запустить 4 шланга — это головоломка еще та. Вот. Ну, не знаю, почему. Конечно, да. Ну, да, возможно, будут тереться и протираться когда-то. Как-то так. Короче, думаем. Так, Сереж, смотри, значит, просверлил, так сказать, отверстие и замерил штангелем глубину. Там подложил, упер в этот, в раму, и, соответственно, замерил. Толщина получается 12 миллиметров. 12. Я думаю, не прорежет никак. Потом просто края аккуратно шлифануть. С этой стой сделать их полукруглыми. Я думаю, достаточно. Куда мы гадали больше. Так, мужики, в общем, забурил. Даже можно теперь ревизию звездочки проводить. Шучу. Что-то я обшибся немножечко. В общем, вот этот десятый уголок, толщина у него 5 мм. А вот этот 120-й швеллер, да, 12, здесь 6 миллиметров, то есть в совокупе 11 миллиметров, а я сказал 12. Вот, пробурил, и в итоге минус еще один зуб, но пробурил. Конечно, бурил без смазки, но пробурил. Как-то так, и бурил короткими нажатиями. Не давал разгоняться дрели на ее максималку. То есть жинь. Вот. И они даже, ну как, я скажу, даже обалденно. Они теплые, но не горячие. То есть выгрызал. Ништяк. Все, теперь сейчас попробую примерить сюда эти самые края, ну, собью края аккуратно. Сейчас шуруповерт поставлю, что-нибудь поставлю и пройду аккуратно, обрамлю. Как-то так, фрезы у меня нет. Ну, сейчас, у меня есть такие маленькие наждачки, ставятся в дрель. Вот ими сейчас и обработаю вот эти вот края.
Может, напильником обработать. Сейчас посмотрим. Если напильник будет удобно залазить. Вот здесь вот чуть-чуть. И, в принципе, и не острые абсолютно. Пальцы не цепляются, не режут. Ну, сейчас пройдусь. Так, ну, края обработал. Все замечательно. Острого нет ничего. Порезаться невозможно. Места хватает. 4 шланга заскакивает. Вот, как-то так. Сейчас попробую еще сюда чехол сделать из трубы пластиковой. Вот, только что это все дело примерял. И все замечательно получается. Вот у меня есть кусок вот такой трубы водопроводной на 50. И она сюда довольно-таки неплохо заходит. Ну, использую его. Здесь вот идет расширение. Сейчас вот так вот за этим расширением отрезаю. Здесь я выровнял край. Вот это кольцо отпилил. Пилой по металлу. Аккуратно, чтобы тут ничего, наплавления не было. Сейчас вот так вот отрезаю. И вот эта обратная сторона будет становиться с этой стороны. Хотя я не знаю, что тут. 11 миллиметров. Я думаю, ничего не произойдет. Ну, сделаю такой чехол пластиковый. Если вдруг шланги будут там туда-сюда шевелиться, то они будут по пластику. Вот оно. Не проваливается расширение. Сейчас так отпилю. А с той стороны отрежу, сколько мне надо. И кольцо это вставлю. Чтобы оно никуда не сдвигалось. Конечно, была бы, если бы глушка. Глушка, но у меня ее нет. Было бы еще проще. Кольцо полностью отрезаю. С резинкой. Ставлю глушку. Глушка она с бортиком. Вот. Ну, в принципе, все равно кольцо отрезать. Сейчас попробую. Если что, завтра куплю глушку. Середину выберу. Край оставлю. На глушке. Просто не нашел сейчас. Все перерыл. Где-то лежат. Не знаю где. И потом заменю. Вот. Как-то так. Шланги все в трубу заходят. Я уже проверял. Вот как-то так. В общем, получилась вот такая штука. Видно, да? Все. Сюда она вот так становится. Упирается. Ну, сейчас покажу с той стороны. Наглядно было. Так. Здесь резинку достал пока. И кольцом она будет становиться туда. Ну, сделал на всю длину. Пускай будет удобнее. Ее зажимать будет. И все. Через нее будут проходить вот эти кишки. Вот как-то так. Это не знаю. Для чего он оставил. Ну, оставил. В общем, посмотрим. Завтра все решится. Сейчас засуну шланги и покажу, как это примерно должно выглядеть. Ну, вот это спрячу внутрь, оно там под полом будет. Если никому не говорить, никто и не узнает. А здесь будет выходить вот так вот. Можно сделать и покороче. Ну, пускай будет так. Вот так это денется. Все. Вставляю. Так, туговато оно залезло. Кое-как, прям натяжку. Ну, пока гайка прошла. Дальше все. Все замечательно. Вот. Как-то так. Ну, а это кольцо, оно пошире. Оденется, я думаю, свободно. Все. Сейчас засуну по одному шлангу. Поставлю, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну вот, как-то так. Все это дело теперь выглядит. Никаких проблем. Ну, с той стороны эту резинку не ставил. Все равно ее сейчас снимать. Ну, просто показать визуально, как это будет выглядеть. Здесь давления на него никакого не будет. Ну, не знаю просто. Захотелось что-то так. Шланги, не знаю, пойдут либо сюда, либо туда, либо два туда, два сюда. Это я уже по месту здесь разберусь.
Вот такие вот дела. Да я думаю, даже и без него ничего бы не произошло. 11 мм толщина не перерезала бы. Абсолютно. Потому что они будут подниматься вот здесь и дугой заворачиваться сюда. При этом будут к тяге к вот этой прихватываться. Ну, не точно это еще, но тем не менее все может быть. Вот такие вот дела. Ну а по-другому никак. Никак. Сюда, туда, туда, сюда. Ну, если сюда не получится. Но останется оно как технологическое отверстие для проводки там и прочей лабуды в дальнейшем. Вот так вот. Ну, на этом, наверное, пожалуй, и все. На дворе темным-темно. Будем заканчивать. На сегодня голова кипит. Вот так вот быстро все собирается. Все очень быстро. Прежде чем что-то прикрутить, надо еще 100 раз подумать. Собрать собрал, но теперь надо разбирать. Ладно, всем пока. Пишите комменты. Может, у кого-то отдельный совет будет. Пишите мне в личку. Можете в WhatsApp писать, в Telegram. Номер телефона знаете, где мой. Можете какой-то нарисовать чертеж, обсудим. Как-то так. Все. Всем пока.